ребята, всем привет. Помнит кто-нибудь Цивика, которого мне через автоподбор продали господа, которые занимаются автобизнесом в Москве? Ну вот он, собственно, помыл я его, вот на моечке стоит. Сейчас будем дефектовку делать, как говорится, и погоним к маляру на ремонт. Других вариантов нету, но так навскидку. Кстати, кто не смотрел видео, как я покупал этого Цивика с закрытыми глазами по Инстаграму, можете, ссылку где-то я здесь размещу, и вы посмотрите, как мне сделали автоподбор на перепродажу. Автобизнесмены московские и краснодарские вместе. Там, кстати, до конца и непонятно, кто из них есть кто. Вот, ну что имеем? Передний бампер по-любому красить. Здесь он выскочил, но это не проблема. Так, передний бампер красим. Видно, да, здесь все. Все видно. Зазор. Почему нет зазора? Потому что здесь вмятина, крыло туда ушло. Как бы это все выставим, все нормально. Так, крыло раз, бампер два. По этой стороне, по дверям, вот это мы затыкаем. Здесь краситься ничего не будет, потому что смысла это не имеет. Порог вот тоже мятый, не знаю, короче, что вот это с этим делать. Здесь рыжики. Капец. Ну, здесь пленочка заводская. Ну, в любом случае, это крыло будет краситься. Может быть, поговорю, чтобы вот, ну, как-то так, короче, чтобы порог не трогать. Вот это задуть. Так, крыло. Крыло полностью красим. Аж вот до сюда. Переход где-то вот здесь будет. Вот. Шпаклевка. Здесь тоже шпакли. В общем, крыло все красится. Задний бампер нормальный. Крышку багажника не знаю. Хотелось бы сохранить, но она что-то прям печальная. Просто она стоит космос. 15 косарей. Вот. Что еще? И крыло заднее правое, собственно говоря. Его мы тоже будем красить. Красить будем почему? Потому что вот она шпаклевка. Здесь кратера какие-то. Здесь нормально. Ну, в общем, как-то так. Вот это покрасим. Ну, в общем, здесь нормально. Ну, а здесь еще порог надо делать. Такая красота. Здесь двери. Ничего трогать не будем. Это рыжики. Грязь тут все это уберем. Ну, и это крыло опять сюда вернули. Все нормально. Резина зимняя. Как обычно, разнокалиберная. Спереди одна высота, сзади другая. Вот, ну и по тазику. По тазику там, кто не видел, видео посмотрите, там тазик печальный. Сейчас я куда-то сюда видео добавлю по тазику, посмотрите. Ну, в общем, собственно, как бы маляр попросил 35 рублей. Говорят, без крышки багажника. Ну, то есть, не знаю, замена будет, не замена. Короче, пока 35. Так что сейчас собираемся. И поедем отдавать маляру. А там уже будем разбираться. То едем к маляру. Пока. По технике-то Цивик вообще пойдет. Прям. Ну я и в прошлый раз как бы говорил, что прям пойдет. Прям едет нормально, коробка нормально, ходовка прям реально как мячик. То есть обороты набирает, прям резвый достаточно. По салону что нам? Руль надо нам перетянуть и все. Ну и музыка работает, а в динамиках нету музилы. Вот, либо, не знаю, может тут колонок нету вообще, хотя есть вроде ведь. Ладно, будем разбираться, сейчас к маляру поеду, отвезу. Потом уже с малярки заберем, будем разбираться со всеми этими мелочами. И с музыкой, и с рулями, со всем. Процесс полировки, полную полировку машины под шкурку.
Ну как? Пойдет. Ничего не меняли. Короче, вся она крашеная стала, без крыши. Крышка багажника тоже старая осталась. По салону уже руль я сегодня перетянул. Такой красота стала. Ну, лучше, чем было, по-любому. Сейчас осталось с магнитофоном разобраться. И по ходовке что-то спереди, по-моему. То ли сайлентблок, то ли суппорт у нее. Крыло видно там, да? Другого цвета надо затыкать краской. Ну и резину надо еще, не знаю, буду вообще этим заниматься или нет. Потому что резина еще рублей 5-6 по-любому уйдет. Плюс по ходовке. Ну, короче, еще десятка. Уже обошелся 443. Короче, не знаю. Будем посмотреть. Ну, в принципе, надо будет сделать. Так-то вид есть. И выставим что-нибудь за 500 с копейками. Так, по цивику у нас какие новости? Ну, как слышите, музыка работает, да? В общем, предыдущий собственник, у них тут ЦАП стоял, музыка хорошая, машина вся в шумке. Я просто вам не заснял, что здесь мы сейчас делали. Панель вот эту всю сняли. Сигналка старая вон валяется. Полностью там. Ключ второй достали. Потому что сигналка глючила, а он закрывался, блокировался. Магнитофон не работал из-за того, что они через САП его запитали. САП сняли, короче, все провода забрали. Я сегодня разобрал, офигел. Короче, питание на магнитофон идет, а фишки на динамике просто нет. Пришлось двери разобрать, посмотреть динамики. Динамики на месте. Ну, как бы я сам не электрик, поехал к пацану. Короче, с ним все разобрали. Он говорит, так они его через сабвуфер запитали. Вот мы там наколхозили, в общем, сейчас все работает. Музыка, все. Ну и убрали эту сигналку, я говорил. Сняли, а там как раз второй ключик был. Вот, сейчас еду на... Что мне осталось? Резину найти. Ну, я вроде бы нашел там липучку за 2500. Ну, это не сегодня, завтра только можно. И надо ходовку посмотреть. Сейчас поеду ходовку посмотрю. Если там ничего страшного, то буду так выставлять. А там будем уже посмотреть. Ну, вот, по всей видимости, уже заключительный этап. Уже больше с ним делать нечего. Осталось только резину поменять. Но, скорее всего, мы поставим или на этой резине продадим, или поставим, короче, с аккорда еще липучка есть. Может быть, ее поставим. По салону, ну, я уже говорил, наверное, повторяюсь. Перетянули руль, почистили салон. Можно, конечно, еще почистить, но, честно говоря, в нем денег уже столько, что, короче, мама, не горюй. Обошелся он 450 рублей уже. Я считаю, это для него очень много. И, короче, еще такой момент у него, после того, походу, как ему катализатор вырезали, он начал маленько подкуривать. И поэтому, как бы, как говорится, руки опустились. Вот. Ну, по кузову мы покрасили, считай, не знаю, элементов, сколько там было? 6-7, наверное. Сегодня ремень этого навесного я поменял. Еще косарь отдал. Музыку сделал, сигналку убрал. Короче, дофига что сделал. Еще вот суппорта задую. И как бы, я думаю, это будет все. Выставляем на продажу в таком виде. Я думаю, может быть, но поедем. Ну, и как бы, Civic это был просто такой эксперимент по поводу удаленной работы с перекупами. Но дело не пошло. Ну, как-то так. Вот так все, друзья, на этом будем закругляться. Почистил, сейчас его помыл, нафотал. И что, будем выставлять на продажу. Все, друзья, до новых встреч. Мы на чем с вами остановились-то, что я это, Civic выставлял на продажу. В общем, выставил я Civic на продажу, приехал пацан на следующий день, говорит, все, забираю. Два раза приехал, крутился вокруг него, я ему все по машине рассказал. Он говорит, все, короче, забираю. И потом третий раз приезжает уже, два раза он уезжал думать, потом звонит мне, говорит, все, я забираю 100%, буду забирать. Я говорю, ну ладно, приезжай, забирай. Ну, короче, приезжает опять что-то около машины, крутится. А я, короче, этому пацану всю правду рассказал. Я говорю, ну, вот я его взял, там он битый был туда-сюда.
Вот мы красили, делали. Он такой, ну все, типа, меня устраивает, нормально. И что-то ходил, хоп, под низ заглянул, а я вообще ни к чему. Под низ такой заглянул сзади, где выхлопная труба. И такой, ой, короче, ладно, все, брать не буду. И такой, быстро, как говорится, ретировался. Я ничего понять не могу, под низ сам заглядываю. А там, где лонжерон крепится к кузову, там, оказывается, ну прям такая каша. Мы, в общем, не досмотрели. Либо я внимания не обратил, либо я маляра не услышал, не знаю. Это надо было, по идее, сразу исправить. Тогда бы он точно на нем уехал. Ну, наверное, я так думаю. Может быть, просто повод нашел. В общем, сейчас я видео сюда вставлю, как мы все это переделали. Honda Civic. Вот. Что-то тебе знакома она? Мне что-то знакомо. Вот, Honda Civic. Короче. Вот, где твой шлак был. Вот, видишь? Родной. Вот здесь тоже вот шлак был. Сейчас. Вот, братан. Братан, ради тебя все это. Смотри, я, блин, лежу в полу. Вот, вообще, родной. Видишь? Вот, плюс ко всему к этому еще то, что я покрасил, получается, снизу тазик с лонжеронами. А, за это я отдал 4 рубля еще. И я еще поменял ролик натяжителя, что у него звук был. В общем, одни вложения. Сейчас еще надо полусферу заднюю переклеить. Ну, там видно, да, тонировка повздувалась. Ну, не знаю, буду, не буду делать. Как бы, пока по нему так вроде бы шевелёж идет. В общем, сейчас видео вставлю, потом помою, ну и покажу вам, какой он вообще. Ну, это точно уже все заключительный этап. И уже, наверное, встретимся, когда он продастся. И за сколько продастся. Знакомый автомобиль, чик. На коротке покажу, что сделали, так в память у вас. Напомню чуть-чуть. Сильно не буду рассказывать. Короче, вот маленько панель подтер. Взял, у меня такая вот полиролька есть, легкая. Полироль. Вот подтер, прям, ну, вид вообще другой. Ну, вот пыль, видите, да, вот здесь. У меня тряпка даже в полироле просто. Я беру ее, вытираю. Она цвета добавляет. Видно, да, прям на пластике. Прям по-другому смотрится. Поэтому пользуйтесь такими мелочами, приятно. Сейчас я его помыл, сейчас покажу снаружи. И сейчас у него какая участь. Сейчас он маленько постоит, потом поедет к пацану продаваться. Ну, историю я вам рассказал уже, да, с этой фигней. Когда приехал покупатель. Жопа там непонятно какая. Ну вот, в общем, все там заварили, закрасили, все нормально. Пока стоял около дома, дети пнули мечом. Вон. Краска на бампере отлетела. Ну, в общем, как-то так. Здесь вроде пойдет. Резину надо поменять. Но резина там у пацана, который будет продавать его. Ну, то есть, у кого будет продаваться. Ну, в общем, по деньгам давай посчитаем. 400 тысяч он мне приехал здесь, в Новосибирск. Вместе с автовозом, да. 40 я отдал за малярку. Ну, и плюс всякие мелочи. Там руль перетянул. Потом, что я менял еще? Натяжитель ремня. Потом сам ремень менял. Сайлентблок менял. В общем, так по мелочевке. Ну, в общем, 450 он мне обошелся. Суппорта я покрасил, я говорил, вот. Ну, это вот рыжая, ну, это потому что он не ездит. Ну, как-то так. Кому интересно, могу показать, что там это с задней частью. Кстати, надо замок крышки багажника поменять. Он, короче, 2000 стоит. Ну, жалко реально за такую фигню. А позаду у нас получилось вот что. Сейчас подниму. Ну вот как-то так. Если, короче, туда не залазить глубоко, то здесь все красиво. А по идее это антигравий. Ну, то есть там отстучали маленько, антигравием поддули, смешанным с краской, и все. Здесь что? Ну, здесь тоже все красиво, в принципе. Поэтому как-то так, друзья. Это сигнализация старая валяется. Вот это надо тоже помыть.
Ну все, что, и поеду сейчас цивика поставлю. Возьму аккорда. Тоже аккордом надо позаниматься. Ну а этот на продажу. Продажу вы не увидите. Почему? Ну потому что, во-первых, я его продавать не буду. Я его сейчас, ну, завтра, скорее всего, он уже пойдет на покраску. Ой, на покраску уже все, короче. Куча машин, уже запутался, что куда идет. Он сейчас, завтра, скорее всего, я отдам его пацану, который будет продавать. Вот, но если он запишет короткое видео, то где-то в Инстаграме я вам его покажу. Но какого-то отдельного видео точно не будет. На этом будем закругляться, как бы, по деньгам. Что, 450 тысяч он мне вышел. Надо поменять резину, ну и с тонировкой я не знаю, что задней делать. С полусферой я уже пока, ну, как говорится, нет особого желания этим заниматься. Ну, как-то так, что... Печальный случай, конечно, но... Я надеюсь, деньги свои вернуть хотя бы сюда вложенные. Время уже, ладно. Ну вот, что, маляр хоть заработал денег, и то классно. Водитель автовоза денег заработал. Перекупы московские не заработали, ну, по крайней мере, как они мне сказали. Короче, заработал перекуп с Краснодара, который мне его продал через московский перекуп. Короче, ладно, все, давайте, до встречи. Там пишите свои мнения, соображения. Кстати, кому интересно, короче, кто мне продал этот Civic, полностью вся эта схема, можете мне написать, я сделаю отдельное видео. Потому что много кто хочу сказать. Почему я детально, ну, там, не просил какие-то фотки, там, еще что-то. Потому что это был автоподбор, я еще раз говорю. Это был подбор. Я не покупал тачку перекупа в том смысле, что как вот обычно я увидел и говорю, продай мне. У них есть услуга автоподбор на перепродажу. Вот этой услугой я воспользовался. Поэтому все так получилось. Есть, конечно, мой косяк, что, ну, не знаю людей, я им поверил. Но, как бы, вот. Поэтому, если интересно, пишите в комментариях. Я запишу отдельный ролик. И мы об этом поговорим. Все, друзья, до новых встреч. Пишите комментарии, лайки и, короче, все в этом.